В Молдову пришла астрономическая весна, а это значит, что пора переходить на летнее время. В ночь с 30 на 31 марта стрелки часов будут переведены на час вперед. Таким образом, жителям страны придется спать на час меньше. Кишиневцы рассказали о том, как на них сказываются связанные с этим недосыпы. Никак. У вас есть лайфхаки какие-то, советы? Да нет, просто ложиться в одно и то же время, спать тоже. Я думаю, плохо. Почему плохо? Потому что все живут на одном времени, а мы в другом времени. Вы знаете, тяжело тем, у кого смена, кому надо рано встать, кому да, тяжело, конечно. Те, которые занимаются своей деятельностью, сам себе директор, ну как-то мы умудряемся, но да, тяжело. Тяжело, особенно людям, которые имеют проблемы со здоровьем, кажется. Тяжело, вот именно как раз, когда переход на летнее время, очень тяжело утром раньше вставать. Я бы хотела, конечно же, чтобы отменили этот перевод часов, хоть какое-нибудь время, хоть зимнее, хоть летнее. Но, по-моему, зимнее как раз наше правильное время, а не летнее. Переход происходит в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии. Принято считать, что если переводить часы на так называемое летнее время весной, то можно будет оптимально использовать световой день, а также экономить электрическую энергию. Однако у этой теории имеются как сторонники, так и противники. Ну, в общем-то, я знаю, что отказались уже, в России уже отказались от этого. Думаю, что, наверное, там большой экономии. Ну, я думаю, надо думать о людях. Если людям плохо, значит, и они плохо себя чувствуют, значит, нужно все это убрать. Я не думаю, что там прямо уж вот такая большая экономия. Час туда, час сюда. Это большая погода не делает. Ну, я читала в новостях, что правительство уже будет смотреть, как в Евросоюзе, но они в 2021 году переходят, уже меняют свои стрелки часов. И я надеюсь, что мы то же самое остановимся на каком-то одном времени. В сентябре 2018 года Европейская комиссия предложила отказаться от сезонного изменения времени с 2019 года. Таким образом, государства-члены смогут свободно решать, отказаться ли от этого механизма. Государства, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз в воскресенье 27 октября 2019 года. После этой даты в Евросоюзе сезонный перевод часов будет отменен.